Сегодня состоялось подписание соглашения об информационном сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и общественным телевидением России. Внимание! Подписывается соглашение об информационном сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и автономной некоммерческой организацией общественного телевидения России. Со стороны Торгово-промышленной палаты Российской Федерации документ подписывает президент Катырин Сергей Николаевич. Со стороны автономной некоммерческой организации общественного телевидения России документ подписывает генеральный директор Лысенко Анатолий Григорьевич. Для нас рассказ о бизнесе – это очень важно. В малом бизнесе, большой бизнес нас меньше интересует. Для кого-то, я говорю, бизнес – это пугал, для кого-то – надежда на пришествие счастья. Но самое главное нам рассказать о том, что бизнес – это ответственность, это работа. Работа тяжелая, очень часто неблагодарная работа. Но ей надо учиться. Надо учиться, надо пропагандировать, надо рассказывать о тех, кто добился успеха. Честно. Честно. Еще раз подчеркиваю. Вот я рассчитываю, что подписано сегодня соглашение, опыт торговой промышленной палаты, информация, которую она концентрирует, опыт людей, которые она объединяет, позволит нам создавать интересные передачи, которые люди будут с удовольствием смотреть. То, что касается соглашения с общественным телевидением России, то у нас уже есть ряд проектов, которые мы вместе ведем. Есть передача «Большая страна», есть передача «Отражение», где наши эксперты, где наш руководитель торгово-промышленных палат, члены палаты, предприниматели выступают как эксперты, высказывают свою точку зрения, спорят, ну и так далее, как водится на телевидении. Очень интересный аспект, который предложен сегодня Анатолием Григорьевичем Лысенко, это подключить телевидение к просветительской деятельности для предпринимателей, особенно для начинающих. Совершенно верный факт, который он подчеркнул, что у нас, к сожалению, не так серьезно поставлена просветительская работа для начинающих предпринимателей, для бизнесменов. Поэтому мы с удовольствием включимся в эту работу, если время такое на телевидении будет выделено. Конечно, и наши эксперты, и наши преподаватели нашего института торгово-промышленной палаты будут включаться в эту работу. Ну и плюс у нас есть проекты, которые мы ведем и которые общественное телевидение уже поддерживает. Это наш журналистский конкурс «Экономическое возрождение России», наш конкурс «Золотой Меркурий», посвященному малому бизнесу, экспортерам. Они и в том и другом конкурсе активно участвуют, и в членах жюри у нас находятся. Так что мы, в общем-то, работаем вместе и, надеюсь, будем продолжать работать.